Доброго времени суток всем выслеживающим и опасающимся. С вами Солдат Машика, и сегодня у меня для вас новости на 14 число 3 месяца 2019 года. И как вы уже могли слышать, новый эпизод текущей ночной волны, второй, был запущен. По факту изменилось на самом-то деле не очень многое, а именно добавили новый кусочек лора в виде касцены, которую можно посмотреть у ночной норы, о том, что Влог не сбежал полностью из нашей изначальной системы, а пошел крушить черепа корпусят и требует у тех выдать своего бывшего тюремщика Гхарна. Но если что, касцену в окончании видео я вставлю. И также Влог еще должен появляться чаще, чем прежде, но неизвестно, насколько чаще разрабы все это дело подкрутили, поэтому, видимо, мы узнаем со временем. Сколько же будет всего эпизодов в рамке данной ночной волны, пока еще неизвестно. Может быть еще один, может быть два, пока что не ясно. Далее наш взор стоит обратить на операцию «Погребенные долги», потому что вещи там действительно произошли. Что происходило прошлой ночью, так это прогресс потихоньку шел, как усилиями игроков, так и будем откровенно усилиями разрабов, символы прояснялись, но потом произошло нечто, и все знаки, которые мы просканировали и расшифровали, пропали. ДЕ позже написали о том, что произошел вообще некий саботаж. Точно не знаю, что произошло, может быть, мы просканировали все знаки, они поэтому пропали. Но суть в том, что знаки были подставные, и ДЕ прислали нам свои знаки, предположительно правильные. По итогу люди предположили в дискорде соответствующего Маргарката, что скорее всего это является анаграммой, то есть надо было переставить буквы местами, так как изначально все это не имело смысла. И по итогу получается фраза «The dead have debts». То есть у мертвых имеются долги. Но все равно с консолькой пока что нельзя взаимодействовать, и прогресс полностью сбросился. Но разрабы сказали, что мы должны ждать от них стрим, чтобы узнать, что происходит. Вероятно, речь идет о прайм-тайме, который должен состояться в 2 часа ночи по МСК в эту пятницу. Может быть, даже Twitch Drop там будет, но в любом случае будем ждать каких-то анонсов, поэтому поглядывайте. Далее инцидент с нерфом мистификаторов все еще продолжается. Разрабы ранее уже заявляли, что мистическая скорость не будет активироваться регуляторами миссы. Изначально перестало это все взаимодействовать по причине бага, но разрабы решили оставить так есть, так как предполагают, что регуляторы миссы сами по себе мощное оружие. Однако, как оказалось, после мейнлайна все встроенное оружие фреймов потеряло возможность активировать мистификаторы, и разрабы пытаются понять, в чем собственно дело, потому что они еще не в курсе, и собираются это дело чинить. Поэтому предполагается, что только регуляторы миссы в этом плане будут понерфены, все остальное должно заработать. Или, будем надеяться, должно заработать. Далее, празднование Дня Святого Патрика началось. Не спрашивайте меня, в чем суть данного события, у нас оно мало празднуется. Но в любом случае, вы можете приобрести в магазине праздничную палитру за 1 кредит, если у вас такой еще не было. Палитра старенькая, но взять ее можно для разнообразия цветов. Разрабы на Reddit подтвердили, что охота на животных в равнинах Эдолона, наподобие той, что мы проворачиваем в долине Сер в форме консервации, может быть доступна уже в следующем крупном обновлении. Какое крупное обновление, пока еще не ясно. Может быть обновление визуальной равнины Эдолона, может быть обновление газового города, но так я понимаю, что пушистиков скоро можно будет приобрести в форме животных с равнины Эдолона, поэтому ей неплохо. И последний кусочек информации, это Стив делится успехами в деле починки мерцающих бликов по краям экрана, вызванных освещением. Сначала он показал, как сейчас работает, как все немного мигает действительно на краях экрана, но после показал исправленный вариант, вроде как выглядит чуть более лучше, сказал, что занимался Стив этим всем делом около года, ну вряд ли он прям совсем целый год сидел, занимался, очевидно, что были другие дела, но напишите, что вы думаете, как по мне, разница минимальна, но может быть приятно, я не знаю, надо будет мне лично с этим побегать и понять, что это. К чему. И за сим это все новости, которыми для вас имеются на данный момент. Посмотрим, что у нас происходит с операцией «Погребенные долги» вообще и вообще чего нам ждать на этой неделе. Но пока что на этом у меня для вас все. Поэтому всем всего, всем удачи и всем пока. Soon we'll see the sun curve over the Venusian sky. A hot blue taste. What's keeping you up? For me, it's the gap waves. All abuzz with the doings of a certain big, bad wolf. Why didn't he run? Why didn't he hit that solar rail as far as it would take him? Instead, he's stalking those soul-bear money-huggers round Jupiter. My birds are saying the corpus net got flipped. A system-wide message from the wolf. Deliver, guard. Where to meet?
trick like that. And who's gone? Baby, you can guess. He's the warden of Saturn VI. A big man, too well-dressed for his station, too well-fed for his rank. And he's in the solar wind, too. Think he knows how the wolf came to howlin'?